Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня мы открываем свитбокс, такую коробочку, мармелад с игрушкой, вот такая коробочка. Тут все пони указаны, и кто должен попасться: Спайк, Рэмбо, Дэш, Твайлайт, Спаркл, Пинки Пай, Луна, Флаттершай, Рарити и Эпплджек. Так, тут у нас еще написано «Не откроешь, не узнаешь», но мы, конечно же, откроем и прямо сейчас. Так, давайте открывать. Вот здесь у нас скотч. Сейчас его обрежем. Тут. Вот так вот открывается у нас легко эта коробочка. Так, здесь у нас вкусный мармелад. Фруктовым соком написано. А вот такой. Вот такой мармелад. Если вы знаете, я открывала видео с котятами, там точно такой же мармелад. Если хотите узнать какой, то можно посмотреть это видео. Так, нам вот тут попалась какая-то пони. Тут очень плохо видно, какая пони попалась, но... Я даже не знаю, какая. Сейчас чуть-чуть надрежем. Сейчас. Вот тут и здесь. Сейчас. Вот. И нам попалась. О, нам попалась вот такая пони красивая и довольно-то огромная. Вот такая с крылышками красивыми. Рогом таким. Она довольно-то тяжелая. Ну, я бы сказала, такая, правда, тяжеловатенькая. С этой пони еще вместе идет вот такая карточка. Вот такая карточка. Тут надпись. Вот такая надпись тут. А вот тут показана вся коллекция. Вот тут написано «Собери всю коллекцию». А вот тут Рарити, Спайк, Пинки Пай, Эпплджек, Твайлайт Спаркл. И вот пони, которая нам попалась. Это принцесса Луна. Вот такая хорошая пони. Вот такая, вот я бы сказала, очень хорошая, качественная, но тяжеловатая, что на удивление. Я думала, они такие легенькие, эти фигурки. Ну, не знаю. Она стоит на такой подставке, наверное, все из этой коллекции стоят на таких подставках. Ах, красиво очень покрашена эта пони, вот так вот. Такая красивая, ее отметочка тоже красивая. Прокрашенный, довольно-то успешно. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео, они еще лучше. Может быть, мы еще откроем эти коробочки. Всем пока!